waterproof к предыдущему видосу, я там рассказывал то, что мне не нравится, как происходит дело с подписчиками, которые уменьшаются. Вот у меня сейчас 82 447 подписчиков. Начинал я с 82 515 человек. Вот тут я начал активно выкладывать видосы, и все падает вниз. Не знаю почему. Но вот что имеем, то имеем. И это, если слышите, у меня кресло скрипит, и вообще оно уже дурацкое такое, смотрите. Оно из дерьмонтина, и тут, видите, вот такая проблемка началась. Ну, скоро буду менять. Мы такие молодцы, все меньше и меньше вещей с собой берем. То есть два маленьких рюкзачка, они практически одинакового цвета. То есть это одна и та же модель, но оттенки все равно почему-то различаются. Ну, наверное, на разных фабриках шили. И у дизайнера было такое видение. Друзья, ну я приехал в колесо, меня пораньше примут, потому что изначально у меня время записи 20:30, а сейчас 8:00. И тут прям моя резина у входа стоит. Ежов, Volvo XC60. На улице 11 градусов и пару денечков я погоняю на шипах. Ну ничего страшного, я не буду сильно газовать, чтобы резине не было плохо. Ну а потом ближе к выходным планируется в районе 0 градусов. Весело? Да. И я свободен, все, я на зимней резине. Заберешь меня? Да, да. Ну, примерно отлично. 20 минут тебе придется подождать. Хорошо. Ну что, будем оба записывать. То, что мы идем в Додо. Взяли большую пиццу с ветчиной и грибами. И брулетики. А у тебя нет батарейки. Есть. Сейчас скоро камень. И вот мы как придурки, да, будем постоянно каждое событие такие хоп-хоп-хоп-хоп. Да, да, да. И записываем. Ну ладно, у нас будет много разного контента. Я вот, видишь, мне помогала. Все, давайте, девчонки, уже есть что-нибудь смотреть. Я в голодном обмороке, честно. На тебе брюлетик. Один кусочек вам даю. Вы не голодны. Жмот. Знаю. Знакомьтесь, жмот. Джо не делится едой. Я попросила всем остальным пиццу, и он такой... Только один кусочек. И я выдам какой. Да, чтобы а знаете, не самый там бывают большой. Кусочки вот такие, а бывают вот такие. Вот и такой. Вот такой достанется мне. Да, но ты только что ела. Уже не только что. Брулетики. На, брулетики. Сейчас вот их дай. Переоден. Вот ведь какая-то это... Жадина, говядина, турецкий барабан, да? Ну, просто. Сидит и ограничивает. В общем, еде. Козел. Как жрать, да? Давай пиццу покажем, мою любимую, чем надо сорвать. Не-не, тут надо. Все надо делать быстро. Ты моя красавица. Начинай уже лопать. Пицца моя. Да не, я не жаден, просто я голодный. Я Леню Пашковского сейчас включу. Будете смотреть? Леньку Пашковского. Родители звонят и говорят, я хочу, чтобы ты вернулся, потому что здесь кое-что происходит. И если ты вернешься, так будет лучше. Будем записывать влог. Почему не будем? Просто не будем. Я хотел показать, что у нас тут за царство пельменей. Вот такой завтрак, как их много. Я думал... А, ну это на троих, да? На троих. Не только пельмени. Пельмени, пельмени, да. Ну-ка, давай отбей. Не только пельмени, да, мы еще и эти вареники с картошкой. Я не буду. Я только пельмени. Тебе будем отлавливать отдельно. Да? О. Придумал тоже. Тоже придумал. Чайку еще сделаешь? Нет. Сахарочек? Нет. Почему нет? Ну, потому что вареники положено. Кто не ест вареники, чай не получает. А, ну ясно. Ягодки, 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 вкусняшки. Опять вам позавидую. Планктон будет сидеть дальше за компом, а кто-то развлекаться. Да, мы просто погуляем. Из-за видоса? Да. Да ладно, все сделала. Да ладно, ты прикинь,
вот мое состояние, когда я написала себе в телеграм-канал, то что все, ребят, я рендерю видео, все буду загружать. И я его срендерила и понимаю, что там ничего не смонтировано. Просто как будто такие сырые видосы, склейка. И я смотрю, думаю, я же только что смонтировала. А оно все хренак. И сбилось. Мне пришлось заново. Как ты прокомментируешь? Сбилось? Я просто в шоке. А я этот видос уже на YouTube залила просто с закрытым доступом. Я его смотрю, думаю, слава богу, я не выложила. Вообще без монтажа. Просто склейка видосов. Я, честно, не знаю, почему так произошло. И у меня просто бомбануло. Я честно хотела уже, думаю, удалю все. Не будешь буду, этим заниматься. А потом, не, все. Я же старалась, я снимала. Надо еще раз. У тебя ничего не сбилось? Людмила, как прокомментируете? У тебя ничего не сбилось? Не, у меня ничего не сбилось. Ой. Не, у меня сбилось. У меня в прошлом видосе звук пропал. Ну, у тебя там чуточку совсем не страшно. Честно, не знаю. Только я несбиваемая. Да? У меня ничего не сбилось. А купите мне что-нибудь вкусненького, ладно? Я же там еще пылесошу на видосе. И, прикинь, в оригинале там безумно громко на динамике прям, этот звук пылесоса. И я его, приглушаю, точнее, вообще убирала. А тут оно без монтажа, там этот звук прям так бьет сильно. Прикинь, люди бы это смотрели, если бы я не заметила. Комментарии? Да я в зеркало посмотрю, пожалуйста. Без комментариев. Без комментариев. No comment. Не знаю, что сказать. Классная шепочка. Это все-таки немного нравится мне. Это я выбрал, если что. Ну, правда? Ты показал, а я подтвердила, что она крутая. Нашел Андрей? У меня тоже кепочка крутая. У тебя самая крутая. Всё, ладно, вот. Планктон снова за компьютер. У меня сегодня было 7 созвонов. Я продолжаю работать. Да, давайте, девчонки. Не, вы включите свет, а то сейчас вообще ничего видно не будет. И все, отправляю девчонок. Буду работать дальше. То есть как получается? Проводишь созвоны, а потом еще сидишь и работаешь. Ну, не всегда так получается. Иногда я очень сильно устаю. Ну, чтобы вы понимали, работа действительно очень сложная. Надо что-то перекусить. Я только пельмени сегодня ел. Хочется чего-нибудь вкусненького. Не могу понять. Наверное, вот колбасочку я сейчас съем. И что это у нас? Чиабатта. Вроде свежая. Так, и йогуртик можно заточить. Отлично. По поводу монтажа, у меня вот действительно вчера произошел глюк. Не знаю почему. Я надеюсь, это разовая акция и такой проблемы больше не будет. Ну, сорян. У меня даже нет возможности перезалить его, потому что сейчас я у мамы дома, а файл остался там. Очень громко. Нормально. Будешь заглушать на монтаже. Сейчас мы будем смотреть, что же тут все мне? Нет. Вкусненькая. Обожаю распаковки сам смотреть. А, икру купили, молодцы. Да, по скидке. Знаешь, почему по скидке? Потому что завтра заканчивается. Нет, 2 дня еще. И при этом 720 рублей? Да. А и что, офигенно? Вообще месяц хранится икра, но здесь 2 дня осталось. Эклеры. Это клубничный тебе. Крем. Спасибо. Это я очень люблю. Но я никогда такие не брал, я в основном шоколадные. Ну, попробуй. Что тут у нас? Ягодки, ягодки. Ягодки, вкусняшки. А ты знаешь, для чего взяла? Угадай. Неужели ты хочешь, чтобы я тебе творожок сделал? Творожок? Ну, с ягодами. Нет, я буду сырники делать, скорее всего. Классно. Масло. Ну, это не сильно интересно. Масло интересно, это для икры. Так, это я не сказал, это сливы. А что они такие по цвету какие-то? Надеюсь, что те самые сливы, которые были очень вкусные. Я очень на это надеюсь. Творог. Яйцо. Ну, мы долго и начали это все для сырников, да. Ой, мои любимые. Да. Ты мне их уже покупала. Вообще супер кайфовые. Мне это нравится. Да. Это у нас сметаночка. Для сырников. Еще творожок. Причем творог разный. Вряд ли всем будет это интересно. Но здесь 9%, а здесь какой-то 4-20. И он прям жидкостью. Он такой прям жирный-жирный должен быть. 2 пряника постных. Тебе? Это я тоже люблю. Да. Тут у нас мука овсяная. Ну, это для я так полагаю, да, для сырников. Огурцы. Бакинские. И сосисоны. Сосисоны первый раз такие взяли с говядины, потому что других не было. Были еще и свинины, а тех, которые мы обычно берем, их не было. Но будем пробовать. Ну, просто говяжьи, они, скорее всего, суховатые будут. Ну, ничего, отварим, будет вкусно. Так, это вот что-то еще, да? Да. Хлебушек. Это не просто хлебушек, это гречневые, как это, булочки гречневые. А вот этот хлебушек мой любимый, я его просто обожаю. Самый вкусный на свете. Пока что. Пока мое мнение такое. Что-то еще накупили. Это мама себе взяла.
это маме. Шампунь, да, это какой-то? Это не шампунь, сейчас я скажу, что это. Это маме. Как она называется? В общем, это что-то для укладки. Ну, я вообще не знаю, что это. Это всё. я себе взяла попробовать. У меня кончики очень сильно секутся. Хочу попробовать их запечатывать этим средством. А я вижу, это пудра для объема. А это пудра для объема, да, тоже себе, но для уклада. Я первый раз такую беру. Блин, это на мой канал надо, что я рассказываю? Ну, я просто всё распаковываю. Тут ребятам будет неинтересно, скорее всего. А, ну это мама себе взяла тоже. Купоны для рук. Какие-то и... Тоже мама себе взяла. Я не знаю, что. Я эту штуку постоянно резалась раньше, когда она у меня была. Это 17. Мама себе взяла румяна. Ну и тут стики мои. Все. Все? Да. Я бы чайку выпил. Конечно, очень плохо. Ягодки. Но у меня такая ягодки, голова грязная, ты меня так близко снимаешь. Я вообще опять превратился в программист без грязной паскуды. На меня посмотри, я сегодня решила не краситься, потому что меня монтаж выбесил, и я плюнула на макияж. Плюс у меня тоже грязная голова, и я сделала пучок. Но, как ты и сказал, привыкаем к съемке. Ну а что, мы же не модели. Мы же не модельки, которые постоянно должны ходить такие все красивые. Да, и иногда, знаешь, мне даже пишут, что ты все время заспанный. Я беру камеру и сразу начинаю снимать. Ну а как человек может выглядеть с утра, когда он, ну, типа, только встал? Как в рекламе. Да, такой типа. Да. Встает, подтягивается. И люди сразу целуются в засос, да. Да-да-да. И уже, знаешь, меня угорает. Вот в рекламе девчонки, когда просыпаются, они уже с макияжем. Да. Это так странно. Угу. Типа, если она проснется без макияжа, то как будет уже не так красиво. А еще я тебе сегодня треснул, да, ноутом? Да, Андрей офигел. Сегодня ноут у меня вот сюда задел. Вот, в смысле, Андрей задел? Я расскажу. Просто я подлез Кате, у меня были очень холодные ноги. Я прикоснулся, так дело в том, что и у нее вылетел ноутбук. Не один раз он прикоснулся. Он прикоснулся один раз. Я говорю, блин, не делай так. Потом второй раз. Я говорю, ой, не надо, мне холодно. И еще раз потом. И потом я уже подняла резко колени, у меня на коленях стоял ноутбук. И ноутбук прямо мне вот сюда. И теперь у меня здесь красное это болит. Опухло. И даже заплакал. Я плакала, да, у меня пошли слезы, потому что мне было так больно и обидно, блин, то что я попросила несколько раз, ну, пожалуйста, пожалуйста, не надо. А тебя же это не останавливает, кстати, когда ну, у тебя что-нибудь... Ну, это не счёт. Ты мне просто на спину едешь. Нет, останавливают. Я делаю вот так вот, ну, на спину, короче, кладу руку, и ты говоришь, ой, нет, холодно, не надо. А ты раза три, раза три. Врет. Врет. Все, я буду заканчивать этот влог, и в конце, знаете, что хочу попросить, чтобы вы отписались и снова подписались. Там было предположение. Мне интересно, сработает это или нет. Это все я проверяю теорию, какого хрена у меня только отписываются люди и не подписываются. Да и все. Дальше мы будем ролки есть, наверное. Вместе сделаем вот так. Вот так. Ну, камеру закрыть, Андрюш.